Объясни мне, мой мальчик, что делаешь ты ночью в мастерской? Почему ты молчишь? Твое молчание говорит об испуге, а испуг о дурных намерениях. Честному человеку бояться нечего. Честному человеку всегда есть чего бояться. Дай сюда. Ты верно решил за одну ночь узнать то, что ищет рода мати 100 лет. Так. Ты записывал промер изгиба дыки. А ну, повтори все наизусть. Ну? Так. 3-1, 3-0, 3-0, 3-3, 3-18, 3-21, 3-26, 3-21, 3-17, 3-15, 3-14, 3-21, 3-27, 3-29. Все. Все. Да. Вот возьми это и брось в огонь. Жаль дерева, а то бы я тебе велел сделать скрипку по этому промеру. Она сгодилась бы для балагана. Почему, учитель? Я делал промеры по образцу вашей Анжелы. Потому что в 43 точках промера ты один раз ошибся. Один раз? Все равно достаточно. Скрипка звучать не будет. Но не в этом дело. Мерить ты умеешь. Ну и что? Теперь, как дурацкая, бессмысленная обезьяна, скопируешь мою скрипку. Доволен? Я был бы счастлив. Принеси мне воды и апельсинов, болван. Он был бы счастлив. Он был бы счастлив. Он был бы счастлив. А как ты думаешь, почему бы другим мастерам не купить мою скрипку в складчину? Они ведь дорогие. Разобрать и скопировать. А? Что думаешь об этом? Промер скрипки украсть можно. А лак ты как украдешь? Лак, который рода мати варит 100 лет, и всякий раз у нас получается новый. Его ты как украдешь? Он у тебя вот здесь, вот. А без лака не будет звучать скрипка так, чтобы все сразу сказали это о мати. По роду дерева, возраст его, место среза, промывку, сушку тоже украдешь. Да разве только в лаке дело. Это дураки думают, что богатство дома мати секрет лак. Вообще, расскажу тебе секрет лака, которым покрыта Анжела. Хорошо, что отказался. А то выгнал бы. Я понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Но я надеюсь, что еще поймешь. В тебе есть одержимость. И жаль будет, если все это пропадет попусту. Мне ведь не секрета жалко. Тебя. Ты фанатик. Ты можешь умереть счастливым. Как? Искать. Учиться и потом творить.
Я знаю наизусть 43 точки промера, потому что каждую из них искал долгие годы. Если ты не найдешь свои точки, значит, я зря с тобой вожусь. И значит, я не смогу делать настоящие скрипки? Скрипки не делают. Делают бочки и скамейки. А скрипки, как хлеб, виноград и детей, рождают и выращивают. Не сеют хлеб в январе, не мнут виноград в мае. И мастер должен созреть. Свою скрипку ты должен еще зачать где-то в себе и долго вынашивать. Пройдет много времени, тебе будет казаться, что ничего не меняется, а между тем незаметно для тебя твои пальцы приобретут гибкость и твердость. Глаз станет светлым и прямым, как солнечный луч, а слух изощренным и трепетным. И тогда воображение представит тебе, как в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном, то, что ты ищешь. Эта скрипка будет как первая женщина в твоей жизни. Широкими, полными бедрами разойдутся обечайки. Тонким и стройным будет стан ее грифа. Изящно, как поворот шеи любимой, наклонится завиток. А эфы своими загадочными, волнующими складками очертит ее лона, и она подаст тебе свой голос, нежный, ласковый, поющий. И не будет мига более полного счастья, сколько бы тебе ни довелось прожить, чем вот это мгновение сладостного обладания. Тебе будет казаться, не может быть в мире ничего более прекрасного, и будет так вечно. Но гением становится только тот, кто, отдав всего себя без остатка своему творению, в разгаре радости почувствует уже холодок неудовлетворенности. Он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства. А вы, учитель, знаете кого-нибудь, кто достиг совершенства? Совершенство – это полное удовлетворение, то есть состояние святых или идиотов,